Фестиваль музыки и стиля – это красочное постановочное шоу с участием звезд российской эстрады и шоу-бизнеса, во время которого зрители увидят показ одежды от модных дизайнеров, выступления артистов и модельеров, организатором которого является Анастасия Визовая. Финалистка телевизионного проекта «Главная сцена» Юлия Бойко. И она споет песню, которая специально была написана ее продюсерами. Автор слов Елена Кипер и автор музыки Уолтер Афанасьев. Те знаменитые мэтры, которые писали для иностранных звезд. Итак, Юлия Бойко и песенка «Почему». Давайте встретим аплодисментами. И теперь совсем чужой. Почему ты не слышишь, как плачет с тобой рядом сердце мое? Почему мы не спим, когда есть в разлуке и так наедине? Почему мы не помним, что делать, когда остаемся вдвоем? Что мы друг с другом одиноки. Слов наших теперь острые края. Даже во сне пою себя. Но всех страшнее снов. Не хочу, не отпущу. Да почему ты не слышишь, как плачет с тобой рядом сердце мое? Почему мы близки, только если в разлуке и так далеки? Но почему мы не помним, что делать, когда остаемся вдвоем? Друг с другом одиноки. Мой друг, мой мир, сердце еще твое возьми. Мой мир, мой рай, но не разбивай. Но почему ты не слышишь, как плачет с тобой рядом сердце? Почему мы близки, только если в разлуке и так далеки? Но почему мы не помним, что делать, когда остаемся вдвоем? Я не могу, я не хочу верить, что мы друг с другом одиноки. Спасибо. С праздником вас.